столетию ТАССР посвящается. Ну давайте, зажигайте газ, ставьте первый чайник. Посмотрим. 28 декабря 1996 года в поселке Юдино под Казанью праздник. В дома местных жителей наконец-то пришел газ. Очень много, очень долго, но все, слава богу, кончилось так, как должно быть. Программа газификации сельских районов Татарстана – проект, инициированный президентом Миндемиром Шаймиевым. Он был запущен в 1996 году. За 5 последующих лет Татарстан добился того, что стал первым среди российских регионов 100% газифицированным. Так сложилась историческая ситуация, что часть поселков, расположенных в нашем районе, оказалась отрезанными от газа в силу сложившихся исторических условий развития этого района. Магистраль железнодорожная отсекла часть прибрежной зоны. На той стороне не оказалось ни одного магистрального газопровода. И поэтому вся работа, которая была проведена последние годы, при поддержке, очень большой поддержке президента республики, мэра города Казани Исхака Камишамича, вот эта работа только сегодня начинает давать результаты. А в юдинской семье Видоновых наконец-то распрощались с баллонным газом и дровами, углем и печкой. В Татарстане самым первым 100% газифицировался Муслюмовский район. Среди лидеров были также Буинский, Мензелинский и Нурлатский. К 2001 году программа газификации Татарстана была полностью завершена.